Итак, дорогие друзья, смотрите, вот этот интересный случай. У нас мышцы настолько скованы ягодично, что они подняли бедро вверх, и вот она прям выпирает. То есть нога укоротилась на 5 сантиметров. Можете вот отсюда даже это вот увидеть. Вот видите, насколько пятка одна короче другой. Выдернуть сразу не получится ногу, да, потому что мышцы настолько скованы, что очень тяжело. И даже массажем не получается достать достаточно глубоко. Терпимо? Угу. Вот, поэтому мы используем другие методы. Ну, во-первых, блокада ставим сюда и вот сюда в поясницу, чтобы оттянуло. Потом добиваемся гиперемии. Постукиванием. Шлепками. Раньше в деревнях бабушки вышлепывали болезнь, у них здесь массаж поставил и шлепок. Терпимо? Вот видите, как пошло покраснение. Это гиперемия. Видите, мы специально создаем, чтобы сюда принула кровь. Нас лечит, собственно говоря, сама наша кровь. И зато она помогает рассасывать следы от предыдущих вот уколов. Видите, остались следы, да? Они быстрее будут рассасываться, быстрее будут уходить. Вот, работа интересная, предстоит нам еще работать много и много. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был Олег Алавгудин. Лучше подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и будьте с нами.